Я говорю о комплексном подходе. В Казанском федеральном завершился конкурс закона творческих инициатив «Молодежи парламент 2030». В этом году конкурс был поддержан депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан, Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Все это проходит в рамках деловой игры, когда каждый из присутствующих молодых ребят может почувствовать себя на месте или депутата Государственной Думы, или члена Совета Федерации, или аппарата президента. В этом году работы участников посвящены наиболее актуальным вопросам совершенствования законодательства в сфере благоустройства территории муниципальных образований, трудовых отношений, противодействия экстремизму и других. Победителями конкурса стали студенты юридического факультета КФУ Сабит Сафин и Щучкин Никита, а также студентка Института экономики управления и финансов КФУ Регина Ахматуллина. Я очень рада, что я победила в данном конкурсе. Участвовать в нем было действительно интересно. Также данный конкурс поддерживается такими авторитетными людьми нашей республики. Важно отметить необходимость его как источника развития молодежного парламентаризма в регионе, а также студенческого проявления и так называемой тренировки грамотной аргументации своих предложений. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.